Всем привет! Тут новое обновление короба под динамик Sony Exploit, якобы типа 1000 ватт. Это переделал его по сравнению с старым. Он поменьше стал, как-то позвучать лучше стал. Старый короб у меня был, там видео у меня есть, не помню в каком, 14-15 году снимал. Короче, под Elantra делал 4-го поколения. Нормально влазил в багажник. Сейчас десятка у меня, наша десятка вазовская. Короче, тут багажник, что-то проем оказывается поменьше. И новый запилил. И этот звучать, честно говоря, намного лучше стал. Короче говоря, получается... Что у нас получается? Размеры. От этой стенки до этой стенки у нас получается 60 сантиметров. Ровненько. 60 сантиметров. Затем высота у нас получается. Соответственно, от сель до сель. 36 сантиметров. Здесь порт у нас ширина 5 сантиметров. Далее, так, что получается, глубина как бы самого именно короба, то есть отсюда до сюда у нас получается, сколько у нас там получается, тоже 36 сантиметров, как и высота, то есть получается это квадрат, чистый квадрат получается. Так, 36 сантиметров, да? Что еще? А, да, глубина порта, то есть ширина здесь получается у нас 5 сантиметров, глубина до этой точки, отсюда получается от начала. До этой точки у нас получается длина 29 сантиметров. От этой точки до этой, так сказать, точки, получается длина 45 сантиметров. И что еще? Здесь 5 сантиметров, как я и говорил. Здесь у нас получается, так, сколько там? 6 сантиметров у нас получается, 60 миллиметров. Соответственно, до сюда она идет. Так. Вот если что, мой набросок, ну так, чисто от руки нарисовал по-быстренькому, а то старые снимки куда-то выбросил по ходу дела поближе. Это вид сверху, если именно сверху смотреть. Вот размеры. Если что, на паузу поставите, будет лучше видно. Ну, в смысле, дольше рассмотреть. А вот это если вид спереди смотреть. Соответственно, когда будете делать, допустим, вот эти вот 60 сантиметров, не забывайте вот про эти 5 сантиметров, то что ширина именно материала. Я делал из, как ее, блядь, не фанера, а прессованная. ДСП, что ли, по-моему. Ну, короче, прессовка. И не забывайте именно по 20 сантиметров, 21 сантиметр у меня вышло. Не забывайте отступы делать. Как бы такая фигня. Что, а сейчас попробуем запустить. Ну как попробуем, запущу, точнее говоря, его. Как он играет. Вот он, получается, как стоит. Это десятки. Вот он, место. Блин, не знаю, меньше половины багажника реально занимает. То есть, вот, здесь еще больше половины, плюс здесь еще вон сколько места. Более чем достаточно. Ну, я открыл подлокотник, чтобы прямой доступ туда был. Честно говоря, пробовал по-разному его ставить. И с этой стороны, и вперед динамиками, и назад динамиками, и, блин, и боками, и по-всякому, короче, ставил. Вот это самое оптимальное положение для него. Так что сейчас запустим. А, питается от... Что там у нас дает? Кикс. Не помню модель, там Кикс 4 канала. По 64 канале, короче, какой-то слабенький. На выходе там мостом 120, то ли 150, что ли, ватт дает всего лишь. То есть реально мало. То есть не весь потенциал сейчас можно будет увидеть. Ну, хоть что-то. Ну, что, пробуем? То есть машину я завел на всякий случай. Что было? Только обычно Sony. Так, трек. Фиг его знает, как он там называется. Иероглифы. Ну ладно, хоть какой-то. Короче, смотрим. Питание. Первый получается вольтметр у нас. Да, первый получается. Это у нас основная сеть машины. И сзади это второй, это именно на усилителе. Что, включаем? Сверкаю, я в Китае.
Конечно, но хоть что-то. Теперь я вижу горы, ГИБДД, я спонсор, я вас носил заборы.